Посмотрите, кто всегда получает всю славу, привилегии и деньги? Лучшие. И в бизнесе, и в спорте, и в жизни. Лучшим все. Это правило работает всегда. Казалось бы, я говорю очевидные вещи. Но вот что удивительно. Часто об этом забывают даже те, кто не первый десяток лет в профессии. С сегодняшнего дня вам нужно взять самую высокую планку. Вам нужно стать лучшим из лучших в том, чем вы занимаетесь. Изучите свое дело до тонкостей. Постоянно занимайтесь самосовершенствованием. Ищите нюансы и детали, на которые остальные не обращают внимания. Оттачивайте свое мастерство каждый раз, а не от случая к случаю. Выкладывайтесь по полной, добивайтесь совершенства. Шлифуйте свой профессионализм, как самый драгоценный бриллиант на земле. Как говорится, не боги горшки обжигают. Все, даже самые крупные эксперты и чемпионы, когда-то начинали с нуля. Разница лишь в том, что они не были готовы мириться с посредственными достижениями. Их не устраивал поощрительный приз. Они стремились к звездам и много сделали для того, чтобы получить экстраординарный результат. Но разве вы не из того же теста? Никто не может решить за вас, насколько вы хороши. Каждый день стремитесь к совершенству в том, что вы делаете. Сосредоточьтесь только на этом. И вы сами изумитесь, какого мастерства можно достичь и как это улучшит вашу жизнь.